Привет всем, это видео. В этом видео я хотел рассказать две новости, то есть или показать. Первая новость — это показать вам, как выглядит полярная ночь на Кольском полуострове. И вторая новость — хочу прогуляться до горнолыжного комплекса Большой Водояр, узнать, сколько стоит обучиться там, занятия с инструкторами. Хочу научиться кататься на лыжах и сноуборде. И узнать вообще, сколько стоит здесь это удовольствие, подъемники. То есть здесь 11 декабря открывается горнолыжный курорт. И люди будут приезжать кататься на склонах. Ну, до сегодняшнего момента, 6 декабря, я еще не видел, что люди спускались, подъемники работали и кто-то катается. Ну, а сейчас немного вам ленту полярной ночи, которая здесь будет длиться до середины января. В прошлом году я работал, я приехал в полярную зорю 15, по-моему, января где-то, и расцветало только в обед, где-то в 12 часу, и темнело уже во втором часу. А на дорогу с полярных зорь до Кольской атомной ездили, я и с автобуса не видел, что мы проезжаем. Ну, здесь также расцветает где-то сейчас в 11 часу, и темнеет вот сейчас 3 часа дня. Уже все темно. Начинает темнеть где-то во втором часу. И до 26, по-моему, или 22 декабря будет все темнее. А 24 декабря самый короткий день будет. А потом пойдет на увеличение. Также надеюсь, что, может, повезет мне увидеть северное сияние. Говорят, оно уже было где-то в октябре. Сияло здесь. В соцсетях люди делились фотографиями, видео. На Кольском полуострове вот зимой полгода, даже больше, темно, много снега и холодно.
немного заблудился, думал, выйду горнолыжный комплекс Большой Дуяр. Видимо, не там пошел. Оказался в каком-то лесу. Я так думаю, там где-то внизу это Вудуяр, горнолыжный комплекс. Пойду по снегу. В общем, вышел к гаражам каким-то за городом. То есть не за городом, а в городе. Ну, предполагаю, там где-то должен быть этот Вудуяр комплекс. Это конечная остановка, там Олимпийская улица. Там фонарь светится, это и есть подъем этого Вудуяра. Была бы дорожка на спуск. Мужики в гаражах отдыхают, обогреваются дровами. Дошел наконец до горнолыжного комплекса Большой Дуяр. Я так вижу, идет по горнолыжному курорту. Он, видимо, не знаю, как трек называется, я бы тоже пошел трассу чистить. Чуть люди работают. Ну, сейчас посмотрим, что почем у них, узнаем. Цену мне не получилось узнать, они не знают, когда откроется. То, что я видел в инстаграме, 11 декабря откроется горнолыжный курорт, сказали, что это на 25 километре, но не Большой Вудуяр. Ну, до 25 километра я не поеду, это где Кировский рудник, где-то в том районе. Так что, хотя, является,